Салам алейкум, Рамазан, рад для тебя видеть на UFC. Многие болельщики интересуются, почему был такой большой простой. Простой был из-за того, что травма была, потом чуть визе проблемы были. А так я готовился, тренировался, настрой сейчас боевой. Ну, насколько сильно ты заряжен, у тебя весогонка бывает. Обычно ты раньше дрался на 84, сейчас на 77. Не чувствуешь ли ты себя истощенным, так скажем? Нет, зал истощение это просто, да, весогонка. Да. Так-то она не легкая вещь, но скоро уже взвешивание и все. Восстановимся, покушаем. Главное мысленно, настроен на бой. Хорошая подготовка была, все нормально. Сколько осталось? Сейчас у меня 80 килограмм, 2,5 килограмма. Вот ты сегодня выкладывал свой завтрак. Скажи о нем, что было на завтрак? Яйца, кофе. Ну, точно, да, веса не дает, чуть-чуть энергии будет. А вот после того, как можно будет есть, что в первую очередь поешь? До боя. До боя. Имеется в виду после взвешивания сразу? Да, вот после взвешивания сразу. Вода с медом, когда будет. Финик, вода с медом, потихоньку вот так. Макароны. А вот после вот уже такое вот то, что ты хочешь вот больше сладости всего. Хочу. Вот многие там бургер, кола, такие вещи говорят вот тебе. Почему-то я какой-нибудь маленький какой-нибудь тортик хочу с кофе. Какой тортик, не скажешь? Наверное, меренговый. Все. Надеюсь, это будет как бы оправдано, да? Вот, ожидание будет оправданным, то есть после победы это будет намного приятнее, да? Да, да, конечно. А соперники что скажешь? Вот многие тоже интересуются и ждут от тебя вот твои пушки, Рамазан. Нокаутирующие удары нокаута хотят все. Ну, я надеюсь, это главное, я настроен на победу. А там, если будет возможность, конечно, это достаточно. А так хороший соперник. Ну, как ты говорил, нокаут сам не приходит, если ты его ждешь, да? Как пойдет? Как бой пойдет? Если будет возможность, конечно, все нормально будет. Ну, говоря о нокаутах, вот у тебя часто бывали, да, и технические нокауты, то есть работа в стойке больше, но ты, насколько мне известно, базовый борец. Как базовый борец стал таким ударником? Куб Егорыч под руководством покойного Тина Мусаева Алладинова, он реально, он из борца, из любого борца всегда мог делать хорошего ударника, у него хорошие данные, хорошие теннисские навыки были. И как-то вот так, в общем, так получилось. Короче, все стараются во всем стойке работать. И то есть, и, наверное, спарринги, и все вот это все накладывалось, да. И все вместе. Вот да. Спарринги, а такие битвы целые у вас бывают, да, там? Да, конечно. Все, желаю тебе успехов, побед. Ждем победы.